Миша построил сегодня вертолет. Чем прочнее фундамент, тем лучше будет стоять твой вот дом. Она, пандочка, гуляет такая. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. И тут вода, наводнение. Она начинает тонуть. Мамочки, помогите, спасите, я тону, я хочу домой. И тут летит вертолет спасать ее. Миша, нажимай, опускай эти. Пой-пой. Нет, у нас тонет, прилетел вертолет, ее надо прицепить. Прицепи пандочку к цепочкам. Да, прицепи ее. Цепочки надень. Нет, надеть надо их. Ну-ка, давай, 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 надевай, надевай. Все правильно, молодец. Одну цепочечку надел. Давай, 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 давай. Молодец, ты все понял. Я все. Надевай. Молодец. Миша собрал что? Шлюз. Ничего не собрал. Так, сейчас мы тут расскажем, что тут было. Так, Миша, вот плывет кораблик, да? Включай, нажимай. Вот кораблик плывет. Оп, плохая погода, и шлюз закрыт. Хорошая погода, и поплыл кораблик. Моя личинка, как же до нее добраться, если внизу все закрыто? Может попробовать ветку? Нет, до дна все равно не достать. Наконец, биолог дает подсказку Ворон. Она показывает, что на дне контейнера... Подарит день рождения! Горшок из лёда!